Ужесточить контроль за въезжающими на территорию Крыма украинскими гражданами предлагает депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. Такие меры необходимо ввести в районе контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чингар как способ борьбы с проникновением коронавируса на полуостров. С этой просьбой он обратился к председателю оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории России Татьяне Голиковой и Федеральную службу безопасности Российской Федерации. Государство Украины, на мой взгляд, ситуацию не контролирует. Там очень много людей, которые приезжают из Италии, из Европы, из тех стран, где коронавирус, ну, скажем так, распространяется очень быстрыми темпами. Поэтому с учетом в преддверии туристического сезона, в преддверии майских праздников мы можем ожидать большой поток людей, которые будут приезжать с соседнего государства. Я считаю, что, безусловно, мы должны себя максимально обезопасить для того, чтобы сюда эта зараза не проникла. По мнению Дмитрия Белика, мер, которые принимаются в Севастополе, достаточно для предотвращения распространения коронавируса. Депутат Государственной Думы выразил уверенность, что в случае, если кто-то из горожан заболеет, ему будет оказана квалифицированная помощь. Дмитрий Белик отметил, если на территории России у пациента подтвердили коронавирус, его отправляют в специализированный центр. Как, например, в Москве, да, на коммунарке, там туда людей, которые заражены, у которых есть подозрения на карантин, туда всех привозят и обеспечиваются лечение, обеспечиваются карантин и так далее и тому подобное. Поэтому надеюсь, что, прежде всего надеюсь, что в Севастополе не будет случаев заболевания, в случае, если, не дай бог, это будет приняты быстрые экстренные меры.